Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Да. Вы чё там, какой розовый манго? Ну вы, конечно, мощные ребята. Опа, hello, ребята, hello. Я врубила, да. Ой, как чат летает, о боже мой. Я наконец-таки начала стримить, у меня есть камера. Так, харе там писать розовый мангуст, вы, сами розовые мангусты. Опа, алло. Алло, о, да верю. Ладно, прикинь. Чат розовый, могу, розовый, все спамим. Все, спасибо, до свидания. В смысле, какой розовый... Вы чё? Ладно, я пошутил. Какой розовый мангуст ты? Копеечка, 50 рублей. Розовый мангуст. Да подожди. Ты не знаешь розовый мангуст? Нет, впервые слышу. Ошалеть. Чат, объясните ей, кто такой розовый мангуст? Сам розовый мангуст, само могущественность, понимаете? Вы ждали человека, розовый который... Мангуст. Да харе уже своим розовым мангуст, сейчас розовый пингвин будет, понял меня? Ребят, он издевается надо мной, помогите. Он меня в заложниках вообще держит, понимаете? Вообще, как мангуст. Так можно? Да чё вы опять спамите? Какой розовый ты мангуст? Ты чё? Хорошо, я объясню легенду розового мангуста. Квилпист, однажды... я не заметила. Ёкарный баба. 400 рублей. Здравствуйте, дорогая Шан, донать. Извини, пожалуйста, я не заметила из-за тебя. Ты виноват во всём. Сейчас время куда? Розового мангуста, понимаете? Розовый мангуст. Ты понимаешь, я не успеваю читать. Куда? Какой розовый мангуст? Читай. Налсур, передай Данилу, что он жулик и не хочет меня делать не модером. Правда. За 50 не рублей, правда. Спасибо огромное. Правда, не я тоже правда. Это замечала. Коржик, 50 хорошо, рублей. А, да. У тебя, кстати, 2500 подписчиков уже. Чего? Да. Я потом посмотрю. Я тебе не верю пока. Не верь, хорошо. И не надо. Не надо было верить, что я тут. Ой, да, я да, вообще да, обманул. 2,5, 2.35, понимаешь? Обиделась эта булочка, смотрите на него. Так, Настя, что я, была? Я булочка? Да, конечно. Я обиделся? Да. Да подожди, дай мне прочитать, да лапи ты. Так, привет, Ашана, это мой первый... Розовый мангуст. Иди ты со своим розовым мангустом. Чё за Алиса, 50 рублей. Розовый. Анютка, привет. Мне не нравится то, что он печатает, потому что я прям это слышу. Что ты там печатаешь, Даня? Да Клайб фигню творит, ничего. А, кстати, Клайб что-то вообще не отвечает мне. А хотя нет, он ответил, но он сказал, что возможно придет, а возможно нет. Значит, нет, не придет. Не расстраивай меня! Это если прям честно. Я на 50 рублей, привет. Смотрите, сначала наберите... Цец, подожди! На рулетку на проход сервера Эда. Чего? Даня замолчал и молчит, прикиньте. Перкусрак! Слушай, тут твой сын как бы перкусрак что-то делает у меня. Сынок, иди спать! Радуйся, что это не перкусрак поселович. О, там было бы жопа. Спасибо большое, да. Слава богу, я пока жива. Спасибо огромное. При этом очень красиво передай, что X-Данил... Что X-Данил. Поняла, хорошо, передам. Какой? Кто? Кто я такой? Вот кто я такой? Скажи. Не буду. Скажи, кто я так? Не буду, сейчас. Жопа, да? Это ты хотела сказать, да? Жук, но не жопа, нет. Жук. Ну я почти отгадал, да? Ни капли нет, вообще ни капли. Вообще, понимаешь? Не обращай. Розовый мангуст. Слышь ты, розовый мангуст! Правильно, туда этого Данила передай, потому что я его донатить не буду. Ну и правильно, не надо. Не надо. Плакать. Вот, правильно, X-Данил Жук. Правильно, ребят, пишите. Правильно, отлично. Знаете, кто меня заставил ехать в Казахстан? X-Данил ее заставил ехать в Казахстан. Да? Вот кто. Вот я сижу здесь, разговариваю с вами. И он тоже пришел, как оказывается. Хотя кое-кому куда-то идти надо было. Я перенес на полчаса.
Перку срака, опять 50 рублей, спасибо огромное. Я девочка, ну ладно, буду сыном. Ой, прости, пожалуйста. Кто знал-то? Так Перкусрак мой сын, а не дочь. У тебя, оказывается, еще и дочь есть. Даня Жук. Пишите, что Даня Жук, правильно. Пишите розовый мангуст и все. Конечно. Розовый мангуст и все. Вот понимаете, он, вот я у него на стриме... Чё, потом... Жук, чё я плохого наделал? Что я наделал такого вам, господи? Они просто меня очень сильно любят, понимаете? Я заметил. В моих стримах тоже в комментариях, что там происходило, господи. Я даже не смотрел на эти комментарии. Там просто сердечки, Ашан, сердечки. О май гад, Ашан. Весь мой чат просто был заполнен, просто заражён. Да, ребят. Наверное, это не место. Я, наверное, пойду. Не, ну куда? Это, наверное, не мое место. Все, ну, пока, да, ребята, я ухожу. Ну куда ты? Давайте. Оставайся. До свидания. Ну нет. Все, я ухожу. Взяли, обидели Даню, ребят. Ну вот зачем? Ладно, там в шутку писать. Ладно, я там пишу. Мне можно. Он мне разрешает. Ну вы-то чё? Он реально ушел. Вы чё? Ну ё-моё. Взяли его, обидели. Как так можно? Ну, ребят, я тоже разочарована. Обидели Даню. Всё. Музыку на стриме включи. Он опять ушел. Ёкарный бабай. Нифига. А он молча просто сидит. Такой, нормально так. Чё у тебя там просто? Чё это за звуки? Даня? А, он там с мячом играется. Ёпперсет. Не, я, конечно, понимаю. Он мне там стрим пытается сейчас сломать. Со своими... Чё у тебя там происходит, ты? Сколько планируешь стримить? Ну, слушай, я обещала лудам, да. Людям обещала, поэтому... Давай 5 часов. Не, про то, что очень мало. 2-3 часа, это прям капец как мало. Давай 5-6 минут. Нет! Чтоб более-менее было. Куда так много? Нет? Ёкарный бабай, на модерку, их Данил Жук. Перкус рак, 50 рублей, их Данил не Жук. Кто-то еще напишет, что он Жук. Просто бан. Пишет, их Данил. Понятно, как чат меня любит. Больно ножом на ваш этот их Данил. Да, нафиг я им сдалась вообще. Зачем я вам нужна, ребят? Зачем? Максимум, я его жена там. Максимум. Максимум. Просто чтобы подробно.